После лета трудно привыкнуть к своему месту за партой. Оно такое тесное, неудобное, что чувствуешь себя как в ботинке, который жмет. И к тому же невозможно дождаться звонка. Быть может, он за лето испортился, и теперь уроку не будет конца. Бочаров. Бочаров. Алексей Бочаров. А? О чем ты думаешь? О носороге. Что ж, расскажи про носорога. Что можно рассказать о звере, которого не проходили в школе и с которым, в сущности, никогда не встречался? Носорога вместо носорог. Он был уверен, что ответил правильно. Но учительница почему-то покачала головой. Нет, у носорога есть и нос, и рог. И даже иногда два рога. Да? Да, носорог огромный, сильный зверь. Но он может испугаться собаки. Зато носорог может броситься на танк. У носорога есть друг. Он его спасает от страшных врагов. Пиявок и москитов. Кто же его друг? Слон его друг? Нет, не слон. Значит, тигр. И не тигр. Кто же спасет носорога? Бюфак. Птичка Бюфак. Птичка Бюфак. Хорошо все-таки, что у носорога есть друг, думал мальчик. Вот бы встретить носорога, почесать его за ухом. Валентина Васильевна, а какие у носорога уши, а? Уши? Ну, не помню. Честное слово, не помню. А ты сходи в зоологический сад, посмотри, какие уши у носорога. Ha ha.
Где же все-таки живет носорог? Может, он открыл клетку и ушел, а теперь разгуливает по трамвайным путям. Разве дразнить и кормить одно и то же? Носик! Носик! Чего тебе? Носорога. Болен носорог. Да, а разве носороги болеют? Все болеют. А где же друг его, Бюфак? Бюфак? Да. У нас нет такого вида. Это не вид, это птица. Ведь она спасает носорога от пиявок и москитов. А у нас нет пиявок и москитов. Его друга птицы Бюфак в зоопарке нет. Он без друга.